Здравствуйте. Знаете, меня незаконно уволили с работы, и мне нужно подготовить исковое заявление о восстановлении на работу через суд. Вы можете мне помочь? Да, конечно, девушка. Я могу составить исковое заявление. Это будет стоить 1000 сомов. Я сейчас не работаю. У меня таких денег нету. Вы можете сделать скидку? Извините, девушка, у нас фиксированная плата за услуги. Сами понимаете, нам и аренду оплачивать, и зарплату, и налоги. Привет, Айзада. Привет. Ты чего такая расстроенная? Что-то случилось? Знаешь, Айбек, меня незаконно уволили с работы. И мне надо подготовить исковое заявление о восстановлении на работу. Хочу через суд восстановиться. Услуги адвоката мне не по карману. Айзада, разве ты не слышала? Что? Министерство юстиции Кыргызской Республики запустило на своем сайте национальную базу законодательства, в которой содержатся все нормативные правовые акты и другие правовые документы. Доступ к ней абсолютно бесплатен, и ты можешь это сделать, не выходя из дома, через интернет. Благодаря бесплатной базе законодательств, централизованному банку данных правовой информации, теперь восстановилась через суд. И теперь знаю свои права. Теперь каждый имеет бесплатный доступ к базе законодательства Кыргызской Республики через сети интернет. Защити свои права.